Никита Ефремов за решеткой. Кажется, теперь Ефремову нужно будет торговать четками из неволи, а не своими кроссовками. Ведь сегодня на его магазин была совершена настоящая полицейская облава. Какой-то аноним сообщил в полицию, что в магазине Ефремова ему продали паль. И буквально через один час все два магазина Ефремова пришлось закрыть из-за проверки. Абсолютно все кроссовки с витрины складов изъяты для экспертизы. И если все это подтвердится, то пацану хана. Как же хорошо, что на днях я все-таки успел урвать там Джорданы, которые, кстати, я разыграю в своей телеге. Ссылка в шапке профиля.